Держитесь. Твою мать! Нет, нет. Туристы из города. Ну же, Генри. Джоэл. Глянь сюда. Все, разобрались. Пора валить. Вот так. Сэм! Сэм, ты молодцом? Я в порядке. Точно? Нормально все. Пошли, пошли! Идем! Живой! Пока да. Никто не ранен? Нет. Все целы. Ладно, пора уходить отсюда. Идем. Пошли. Да гонишь ты. Нет, правда. В день рождения Томми хотел одного. Взять два Харлея и рвануть к океану. А, ну жизнь. Хотел бы я прокатиться хоть разок и умереть. Ну и как? Круто, очень круто. Круто? Ты его слышала? Эй, чувак, подробности, выкладывай. Знаете что, вам тут и двоим будет хорошо. Нет, нет, Элли, Элли. Это тебе не обычный мотоцикл, ясно?
Ты садишься на него, двигатель ревет. С ума сойти! Правда? И откуда ты знаешь? Мне это приснилось. Ясно. Похоже, никто из наших уже не придет. Да. Тяжелее всего будет сказать это Сэму. Что ж, можно сказать, эти двое нашли друг друга. Что делаешь? Считаю, какую еду мы сегодня нашли. Ясно. И большой у нас запас сладких персиков. Тебя Генри прислал? Нет. А что, должен был? Ну как же, за мной присмотреть. Мы все отлично справились. Особенно ты. Что-то случилось? Не, все нормально. Хорошо. Ну, спокойной ночи. Как ты ничего не боишься? Кто тебе сказал? А чего ты боишься? Например... Например, скорпионов. Одиночество. Боюсь остаться одна. Ну а ты? Всех этих тварей. А что, если внутри них люди? Пленники в теле, которое перестало их слушаться. Вдруг так будет со мной? Окей. Теперь мы одна команда. Мы будем помогать друг другу, а еще... Они выглядят почти как люди, но это одна видимость. Генри говорит, что они в раю. Встретились с семьями и счастливы. Думаешь, это правда? Я сама не знаю. То есть, хочется верить. Не выходит? Типа того. Да, и у меня. О, я чуть не забыла. Сейчас отдам. Вот. Если он не узнает, то и не отнимет. Ладно, я спать. До завтра. Эй, пахнет вкусно. Доброе утро. Где Сэм? Дал ему выспаться. А. Хочешь с ним поболтать, иди и разбуди. Ладно. Сэм? Сэм! Что такое? Заразился! Ты что? Это же мой брат! Сэм! Твою мать! Черт! Элли! Элли, ты цела? Господи! Сэм? О, нет! Сэм! Генри! Элли, замри! Генри!
Что я наделал? Отдай мне пистолет, ладно? Сэм! Тише, тише, успокойся. Это все ты. Тут никто не виноват. Это все ты! Генри! Генри, нет! Господи! Округ Джексон. Значит, мы рядом с Джексон-Сити? Осталось пара миль, не больше. Готов увидеть любимого брата? Сложный вопрос. Нервничаешь? Сам не знаю.